Короче, всем привет. Это наш первый влог. Привет всем. Если, конечно, такой формат зайдет, может, ну, тогда будет. Это уже не первый наш влог, не ври. Ну а какой? Таких влогов было полно. Мы просто не все выкладываем. Нормальная музыка еще. Сейчас едем одну интересную машину снимать на 3,5 литра. Пробки просто. Вот в Москве еще не ездил. Что Мерседес, все красиво. Мерседесов некрасивых не было. Ну это тоже верно. Там еще один прикольный стоит. Я тут самый пиздатый. Заведи. Какой пробег у меня? 4. Видишь, как датчик срабатывает и охлаждает машину дополнительно? Дозвони 8. Дозвони 8. Давай. Ну давай. Все, хватит. Все, гаси. Выключай, пока снимай. Ну машина вообще в идеале просто. У него сиденье просто идеальное. Посмотрите, дерево какое. Ничего не затертое. Все, он в порядке полном. Он руль вообще новый. Накладки все. Блять, она новая просто. У нее пробег 152 тысячи. Да это вообще офигенная машина. Посмотрите. Все чистое. Коврики новые, блядь. Говорит, типа, она коллекционная какая-то была машина. Это типа на ней никто не ездил, он решил там продать чувак какой-то. Я остановлюсь. А ты этот подсядешь. Окей. Блин, машина, конечно, прям в хорошем состоянии. Не это, а CLS. За вот эти деньги, за сколько, за 12-500 эту машину. Конечно, вообще, нахрен. Машина очень красивая. Вообще просто бомба. У него эти поворотники, ну это рестайлинг, да? В аресте тоже это есть? Нет, там поворотники, ты видел, там светодиодные, а в обычном там просто лампочки. Мне вот очень нравится вот это. Расскажешь пока про машину. Про нашу? Можно о нашей можно говорить часами. Тогда я минутку пусть подсесу. Ну, пойдет. А ты включил снимать? Да. Нет, не видно. Поломай мне еще. Не будет держаться. Да сейчас снимай тоже. Вот так вот камеру держи. Себе? Так, вот так вот. Вот так вот возьми. Вот так? Да. Вот так. Ну, чуть пальцы вот убери и все. Че, все делаем? Едем. Едем далеко. Не знаю, мне пока вот больше всего. Бляха, какая жена классная, блин. Все зависит от состояния. Я не езжу. Не газуй сильно, блин. Набереги машину.
про CLS. Это машина круче Бахи любой, блин. Особенно те, которые ее годов. Я вот чуть-чуть разогнался, но реально... Нет, на ней можно разогнаться, раздуть ее нормально. Так это 3.5. А прикинь, там же ставят и 63 AMG, там есть, блин. 6.3. 5.5 мотор есть, 5-литровый обычно. И 5-литровый есть, блин. Он такой вот стабилизатор использует. Хотя, по сути, он вообще не мой. Вы упали немножечко, ничего страшного. Все еще. Ну, это тестовый, короче, видос. Если он, ну, вам понравится, то будем продолжать и очень масштабные видосы делать. Понравится. Да ты откуда знаешь? А тем, кто любит Мерседесы, все понравится. Этой машине я ставлю 10 из 10. 100%. Ты видел к этому? Хотя таким машинам, по такому возрасту, поставить такие оценки крайне сложно. Чуть-чуть. Да там все идеальное для такого возраста машина. Короче, все. Всем пока. Попрощаюсь, помахаю рукой. Ручкой. Свет.